Всем привет! С вами снова я, Настя. Давно не было видео про дорамы. И я решила, почему бы не поделиться 5 дорамами, которые мне понравились. Сегодня прекрасная погода, птички поют за окном, дети плачут, потому что не хотят спать. Посторонние шумы из открытого окна, как всегда. Начну, наверное, с дорам, которые уже вышли полностью, которые есть с субтитрами. Насчет озвучки не могу вам сказать, потому что я не смотрю с озвучкой, но половину точно уже озвучили. Начну с дорамы, которая задела меня больше всего. Эта дорама называется «Мамочка в гневе». Я думаю, уже многие ее посмотрели. Если вы еще не смотрели ее, то дерзайте. Это история о маме, которая ради своей дочери переодела школьную форму и решила навести порядок в данной школе. На самом деле здесь более глобальная проблема показана про коррупцию, насколько прогнила система власти, начиная от министров, заканчивая директорами, учителями, на что люди идут ради своего же успеха. Драма просто, не знаю, заставляла плакать, рыдать в некоторые моменты. Могу сказать, этой драме я бы поставила твердую пятерку. Она запомнилась мне больше всего. Следующая дорама называется «Супер Папа Йоль». Она тоже уже окончена, там, по-моему, 16 серий. Дорама более спокойная, более семейная, рассчитана, скажем так, на легкий сюжет. В центре находится Мире, главная героиня, ее дочь, и Йоль, бывший молодой человек Мире. Дело в том, что Мире больна раком, и чтобы ее дочка не осталась одна после смерти мамы, она решила найти ей достойного отца. И так как Йоль был ее, скажем так, бывшим парнем, она в нем более-менее была уверена, она решила, что именно он должен стать отцом для ее дочери. Здесь на самом деле очень сложный характер у героев, поэтому большая часть драмы именно, скажем так, заключена в том, что насколько разные люди все-таки могут сойтись вместе. Пожалуй, из окончательно переведенных это все. Это две дорамы, которые полностью переведены, уже все вышли в серии. Следующая дорама называется, уверена, вы ее тоже знаете, «Чувствительная парочка». Это дорама детектив с элементами фантастики. Главная героиня, она видит запахи, она чувствует, но при этом она их видит. Все из-за того, что она попала в аварию и пролежала в коме. Я не знаю, сколько все это связано, это большая часть фантастики. И у нее один глаз изменился, и вот этим глазом она может распознавать как бы вот эти вот запахи. И также второй персонаж, скажем так, главный герой, один из главных героев, молодой человек, у которого по ошибке убили сестру, и он потерял свои чувства. То бишь, он не чувствует боли, он не чувствует голода, он не чувствует запахов, он вообще ничего не чувствует. Просто, знаете, живой тело, живой кусок мяса, который, в принципе, его пырнут ножом, он даже не поймет. И маньяк, благодаря которому, скажем так, все вот это закрутилось, и герои сошлись. Дорамы интересные, мне нравятся. Единственное, что ближе, наверное, к серии 8, 7, вы уже узнаете, кто убийца. И вот мне больше всего бесит, когда они знают, кто маньяк, кто убийца, поймать его не могут. Это ужасно. Посмотрим, чем закончится. В принципе, дорама очень интересная в своем роде. По крайней мере, вот за последний год это такая вот дорама с изюминкой. Следующий тоже будет дорама про маньяков, не удивляйтесь, я люблю всякие следствия. «Спецотдел М» дорама называется. Эта дорама рассказывает о спецотделе, которая именно ориентируется на людей, которые пропадают. Честно скажу, сюжет неоднозначный. Первые две серии очень заинтересовали. Иногда, допустим, в данной дораме идет две серии, они взаимосвязанные, это, ну, как бы одна история, она просто поделена по частям. Иногда это бывает история в одну серию. Честно,
следователи вообще абсолютно разные люди. Опять же, мне поэтому нравится то, что разные характеры. Похожие дорамы уже были, поэтому если вы любите криминалистику, любите расследование, вам понравится. И, пожалуй, последняя дорама называется «Кто ты? Школа 2015». Она новенькая. Вышло всего, по-моему, 4 серии, но драма зацепила своим сюжетом. Честно, мне она напоминает лживые игры, игры в ложь, Line Games, американский сериал. Единственное, что там вот две сестры-близняшки, они пытаются найти свою родную мать. И там были убийства, но вот тут как-то непонятно, на самом деле погибла девочка, сестра, либо нет. Я думаю, что там все не так легко, как показывается, допустим, до 4 серии. Вы ломаете голову, вроде бы она жива, вроде бы она уже умерла. Не знаю, посмотрим, как сценаристы все это обыграют, насколько они все это задумают. Также на данный момент вышло очень много дорам новых, «Клуб бывших подружек». Я пока вот посмотрела первую серию. Пока ничего по ней сказать не могу, потому что я оцениваю по нескольким сериям сериала. Также вышла «Влюбиться в Чумере», по-моему, или в Суджумере, не помню. Я просто посмотрела серии, мне пока не зацепило, поэтому те дорамы, которые меня не цепляют хотя бы на первых двух сериях, я стараюсь отложить и посмотреть, когда уже нечего будет смотреть. Поэтому, пожалуй, на этом все. Весь мой список заканчивается. Я рассказала вам про 5 дорам, которые меня зацепили за последний месяц-два. Если они вам тоже нравятся, оставляйте свои комментарии. Также, если вы можете что-то мне порекомендовать интересненькое, пишите, я с удовольствием все это посмотрю. Вот, люблю вас всех, целую, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы растете, количество людей все больше и больше, очень приятно. Да, спасибо, что вы терпеливая публика, потому что с моим животом уже тяжело что-либо делать, осталось немножко. Но дорамы я не прекращаю смотреть. Все, всех люблю, всех целую.